Короче, пацаны, важная новость, нах. Я написал в поддержку ВКонтакте. Значит, существует такая штука. Я не буду никаких ссылок давать, ничего. Хотя бы очень хотелось бы, чтобы вы пошли засрали там. Но там даже дизлайков нету. Значит, какая-то чепушила, какая-то тварь берет людей из моей группы. Ну, таргетинг. Вы шарите, что такое таргетинг? Берет, таргетит людей, которые в моей группе состоят. Таргетит туда рекламу своего ебаного обоссанного сервера, блять. Сервер, ну, блять, тотальная пародия на меня. И знаете, что они делают? Они взяли нашу картинку, где написано «СПБ Дрог», и в свою рекламу вставили нашу картинку со словами «СПБ Дрог», блять. И знаете, у них какой там слоган? Как СПБ, только дешевле или что-то такое. Я, значит, зашел, набрал в гугле «Федеральный закон против рекламы», и буквально вторая строчка гласит о том, что нахуй в рекламе в своей вы не имеете права сравнивать себя с другими брендами или недостойно как-то выставлять другие бренды. Я об этом, обо всем написал, о том, что, типа, ребята, ВКонтакте, слушайте, ваша немезида прекрасно работает, когда я какой-то не такой мем выкладываю, на котором есть я, но этот мем из другой группы, и вы мне сразу страйк кидаете ВКонтакте, но вы что-то, блядь, нихуя не следите за своей рекламой. Я написал в поддержку ВКонтакте, написал, типа, нарушение такого-то закона, украли нашу картинку, вот это все сосите, и, короче, значит, ты меня слышишь, скорее всего, потому что, блядь, я уверен. Вот, блядь, вы знаете что? Я бы опять же показал, но я не хочу рекламировать их группу. У них совершенно случайно на их сервере есть город «Отсосите», блядь. И там выходят у них новости в их группе. И такая, типа, сегодня в городе «Отсосите» пройдет суд. Вы вообще ёбнутые, блядь. Ну придумайте хоть что-нибудь свое. Это пиздец вообще полный. Я нахуй ИП-шку, когда получу, я в суд буду на этих школьников подавать, блядь. Я буду, знаете что, ну, вряд ли я от них через русский суд что-то от них отсужу, но я буду на них подавать в суд, и сразу в деле будет прописано, мне потом возместить мои судебные издержки. И буду нанимать, блядь, адвоката, который 4 миллиона рублей будет стоить, чтобы потом школьник или мама этого школьника, ну, пусть там, типа, штраф будет 20 тысяч рублей, и миллион еще, нахуй, за адвоката, блядь, и пусть, нахуй, потом сосет, блядь. Заебали, делайте рекламу. Ну ладно, блядь, заказывайте там рекламу. Не упоминайте мой сервер, блядь. Каждый месяц одно и то же. Какой-то еблан появляется, который до этого был сервер SP Worlds Mini Games, нахуй. Или как? SP Mini Games. Вообще не наш, просто, блядь, SP Mini Games. Вот, мы придумали. У нас такой, так сервер называется. Никакой, мы не имеем никакого отношения к SP. У нас просто такое название, блядь. Совпало, нахуй. Да, конечно. И вот эти уебы. Короче, господа, извиняйтесь, вас нахуй забанят, выебут. ВКонтакте, нахуй, и у меня галочка есть, ко мне приоритетное мнение. Мне ВКонтакте присылали майки за то, что я классный. Я написал уже в поддержку, вам пизда, блять. Вы, нахуй, закроетесь и проебетесь. Значит, извинения, я могу все отменить, но вы должны, нахуй, отменить свою рекламу. И я считаю свой ущерб, во-первых, я сколько раз, вы не представляете, мне в предложку кидали, люди вот листали ленту, им высвечивалось это, они скринили, и мне в предложку кидаете. Я предполагаю, что за каждое сообщение, которое меня бесило в предложке, я бы хотел бы попросить по 100 рублей. То есть, ну, примерно 5000 рублей с вас за то, что вы меня бесили. Второе, это моральный ущерб за то, что вы, ну, реально, типа, некрасиво поступили. И так, как бы, в законе о конкуренции прописано, в законе о рекламе подписано. Поэтому это еще 5000 рублей. И еще вы рекламировали это на мою аудиторию. Моя аудитория готова пойти на СП. И она вместо того, чтобы пойти на СП, пошла, если к вам. Я хочу, чтобы вы показали весь свой доход с момента, когда вы выложили эту рекламу, и 70% этого дохода отдали мне. И мне это в донат кидаете, и тогда я ВКонтакте не жалуюсь, нахуй, и вас не выебут, вашу группу, нахуй, не закроют, и так далее. Я думаю, 70%, потому что некоторые, может быть, просто попали на эту рекламу. Но вы конкретно на мой, блядь, паблик таргетили, на участников моего паблика. Так что я вас планирую трахнуть. Вот, вы заигрались, я подумал, то, что эта реклама будет высвечиваться дня 3, и я перетерплю это, но, сука, уже вторую неделю эта ебаная реклама высвечивается. Будете сосать.
Вот. О, нихуя, мне скинули шкилу, которая делает этот сервер. Нихуя себе. Блять, он хочет добавить вас в друзья. Давай добавить, позвонить. Нихуя, я могу ему позвонить, блять. Ёб твою мать, это пиздец просто, пацантре, блять. Вот это, вот этот еблоид. Я не буду показывать, но я скину ссылочку, я скину картинку в Телеграм. Блять, он мои майки покупает. То есть это, блять, подписчик, он смотрит меня. И берет вот эту вот обоссанную свою гадкую рекламу делает. Чтоб вы понимали, вот личность. Вот фотография, да, там три личности находятся. Личность слева на его аватарках практически всегда присутствует. Это довольно странное событие. А, еще знаете что? У него выходят новости его сервера. И прикрепляется моя фотка. Просто моя фотография, блядь. Вот в его группе, знаете что? Нуждаемся в менеджере и администраторе сервера. И знаете, что тут приложено к их нуждениям? Может быть, скрин с их сервера? Может быть, ну, блять, что-нибудь поинтереснее или информация о том, куда писать? Хуй там! Просто моя фотография, блять. Он берет ее такой, хуяк! Все, мы ищем, вот пятерка, блять. Такая тварь, бля! У меня прям жопа горит с него. Звоню еще раз. Чего, блять? Общие друзья, банане? Чего нахуй? Опа, слушайте, ну, я совершенно случайно хотел бы узнать... А нет ли этого человека на каких-то наших серверах? Сейчас, секундочку, пацантре. Ну, я так, пробью информацию, да? Ой, у них есть YouTube-канал. Слушайте, и не придраться даже. Даже не придраться. Так... Ты вообще охуел, что ли? Я не... Сейчас, подождите. Пиздец. Блять, пацаны, ну это пиздец какой-то, блять. Зацените, их сайт. Ай, ладно, я уже покажу, мне похуй, блять. Здесь вы можете дать волю фантазии, построить собственный город, найти друзей. Только помните, что ваша свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. На наших серверах есть правила и законы. Нарушая правила, а именно быть адекватным и не гриферить, не мешать другим игрокам и наслаждаться игрой, вы будете забанены навсегда, без суда. Нарушив законы, ля-ля-ля-ля-ля. Что бы вы думали, нахуй? А? Блять, где начинается свобода другого человека? На наших правилах есть... Блять, взял... Он даже написал на наших серверах. У тебя один сервер, блять. У нас много. Ты хотя бы скопировал бы, подредактировал. Типа, на нашем сервере есть правила и законы. Ему похуй. Он такой, типа, ебать, на наших серверах. Просто Ctrl-C, Ctrl-V. Ёбаный пиздец, блять. Это просто пиздос. Я в ахуе. Да, не, ну было бы интересненько, конечно, что-нибудь. Ну, я бы поговорил бы. Если бы я позвонил бы ему. Я на коротком проводе, мне, блядь, я вот так вот. Алло, ВКонтакте. Супи. 15 тысяч рублей. Нет, ладно, не 15, сколько там? 10 и плюс 70% с проходок. О, блядь, ля, сука. Все равно не отвечает, ля, блядь. Ты стрим палишь, ответь, блядь, ответь, я знаю, ты смотришь стрим, блядь, отвечай, говори, все эти члены у тебя во рту или в жопе, а эти титьки, все это ваш блядский секс, проделки сатаны, поднимай трубку! Блядь, делай свои названия, придумай свое название, ну, я тут не могу быть против. Ну это, я уже и видео снимал, где я говорю, типа, ну таких, если серверов будет больше, ну то лучше, нормально будет. Но когда, блядь, используют мое название, мне это, ну, не нравится. Я, блядь, развиваю свой бренд, я годами работаю, годами стримлю, блядь, все свои сервера рекламирую. И тут какой-то еблоид, такой, типа, возьму его название, блядь, охуенно, да пошел ты нахуй. Это не я, администратор этого сервера, который рекламу заказывает. Как же вы мне личку засоряете? Зачем это фигнёй? Врет, я чувствую. Лаврик, разоблачение. Начинай разоблачение.
Сука! Не, ну вы представляете, Лаврик делает разоблачение. Еба, у него еще есть свой канал по нарезкам меня, блядь! Не, ну это вообще... О, ребята, не, ну тут, конечно, бом-бом-бом начинается. Тут все переплетено, блядь. Я, собственно, на этом сервере играю, но я за рекламу не ответственен. Да-да-да, мне уже сказали, что ты там раньше был в контактах указан. Я понял. Все, понятно, ты разоблачен, как дешевка. Так, жирные обрыжки, блядь. Угу. Все переплетено, блядь. Все, ты раскрыт. Ты пойман за руку, как дешевка. Удаляй нахуй рекламу, что ты оправдываешься, блядь, сидишь тут. Да нахуй, блядь, я твою группу забанил нахуй. Не, ладно, не удаляй рекламу, потому что ВКонтакте потом тебя нахуй заблокируют, блядь. И тебя выебут. И уничтожат. Свое название научись придумывать. Я могу вам, научить. Ты берешь майн и какое-то слово. Вот, и все, блядь. Тут фантазии не надо никакой. Ты просто, типа, слово крафт должен заменить на что-то, и все, у тебя будет свой сервер, блядь. Майн-сервер, да, вот, майн-сервер. Друзья, я на колени встаю, пожалуйста, не бейте меня, пожалуйста, не ищите меня. Все, завтра закрываемся. Ставьте лайки под стрим, если я даун. SP-майн, надо назвать сервер SP-майн. Ой, ладно, не удаляй ничего, я все написал уже. Все, жди правосудия от социальной сети ВКонтакте, блядь. Вот это, ничего не удаляй, нахуй. Мне надо, чтобы не удалили твой рекламный пост, то, что ты его удалишь. А мне надо, чтобы удалили нахуй твою группу после такого. Такого больше не повторится, и этот сервер чисто я удалю. Простите, что я сделал... Такой сервер, просто я не знаю, чем я думал. Ну, просто хотел создать свой приватный сервер и использовал в рекламе ваш бренд. Я понимаю, что это неправильно. Вы сами развивали этот бренд, и мы просто берем и на вас пиаримся. Я понимаю, что это неправильно. И чисто, поступил как даун. Если он серьезно, то все. Ну, когда ВКонтакте было бы, тогда просто эпичнее был бы размах.